Группа ЭДБ. Тибурон де анимасьон. ЭДБиты. У нас проблема. Вот увидишь, Пол, ты даже не представляешь, как это весело. Так тебе понравился горячий шоколад, сын? А мистер Хамелеон покажет, как он сбивает 5 марок за 3 секунды. Невозможно. Подумай об этом, Пол. У ученого должна быть богатая фантазия. 1000 лет назад здесь бегали динозавры. Ты можешь это представить? Это правда? Я иду в комнату. Ты со мной? Я буду через секунду. Нил, динозавры могут жить в такой холодине? Видишь ли, сынок, существует теория, что 1000 лет тому назад Антарктика была огромным лесом. Бет, а где твой друг Пол? Его украл отец, чтобы рассказать о динозаврах в Антарктике. Пол меня навещает, а не слушает истории о динозаврах. Посмотрю, не идет ли он. У меня идея, как заставить Пола играть с Бет. Подожди, ты готов? Раз, два, три, та-дам! Правда? Компьютер? Он новый? Мой рисунок. Ты не видишь? Куда они ушли? ЭДБиты. Кто? Что? Странно. Ты о чем? Какие ЭДБиты? Подожди, ты правда интересуешься динозаврами? Мэнди создала эту игру. Мы отправляемся в экспедицию на поиски костей динозавра. Круто. Побежал одеваться. Я не пойду. Останусь здесь. Одна. Это прекрасное место, Артс. Да, да. Да, оно очень красивое, но какую рисовальную программу взять? За самые лучшие нужно платить, а денег у нас нет. Это для людей. Мы можем выбрать любую. Посмотри на эту. Бет понравится. Нет. Я попробую. Загружаем. Выглядит как черный. Ошибка программы. Кто говорит? Я поймал тебя, краснорукий. Это голос процессора. Посмотрим, насколько он умен. Я насчитал 4 на снегоходе. 3 взрослых и маленькая девочка. Отлично, все превосходно. Чем раньше придем, больше времени останется на поиски сокровищ. Не знаю, босс, как мешок костей может быть сокровищем? Это не просто кости, это останки динозавра. Ты умеешь считать? Ценные останки динозавра найдены в Антарктике. Коллекционеры много заплатят за эти останки. Вы все такие новички с этой программой. Вам бы попрактиковаться. Ты кто такой? Я Климт. Я работаю с цветами в этой программе, и вы их неправильно используете, между прочим.
Что это означает? Я знаю многое о рисовании. Я могу до тошноты выбирать цвета. Для таких посредственных пользователей, как вы, я решение проблемы. Очень интересная работа. Я бы тоже хотела так много знать. Это скучно. Веселее просто прыгать на разные цвета. Я возвращаюсь в экран. Так, эти умницы и дебиты. Теперь они воруют программное обеспечение. Они стали пиратами. Они должны быть наказаны. Баг! Да, я здесь. В этот раз не испорт все. Активируй противопиратскую программу. Я их уничтожу! Противопиратскую? И быстрее! Посмотрим, что эти останки нам расскажут. 5 сантиметров. С Бет все в порядке. Да, я знаю, но я приехал провести время с ней и... Нил отвезет тебя обратно на базу, если тебе станет от этого лучше. Что эти двое тут забыли? Так круто! Морган и Лу открыли дверь только что. Пап, мне страшно! Бет, убегай из лаборатории и прячься. Мы выезжаем. Ну-ка, дай сюда. Нет никаких цветов. Просто выбираете красный для рисования вишни. 180-0-0-0-0. Удивительно! Смотрите, кого разрисовали. Неавторизированная загрузка. Эта программа будет завершена через 2 минуты. Неавторизированная? Программа закрывается. Я должен предупредить остальных и сотрут. Ты супер! Что с тобой? Да, нет, нет, да! Это цвет! Он магический! Он дает мне силы! Мне нужно еще больше! Он сошел с ума! Ком, вернись! Давайте все убираться! Ты нас подвергаешь опасности! Вы не понимаете, я с этим цветом непобедим! Не будь глупым! Летим, пока Баг нас не поймал! Не переживай, Гав, я готов драться! Драться? Ты? Готов, мистер Хамелеон? Что такое? Это же игрушечное создание. Мы почти на месте. Если бы тут кто-то был, он бы нас принял. Они же такие гостеприимные. Вы правы, босс. Быстрее! Стирай все! Ситуация накаляется. Бегите! Это работа для Суперкома! Взять его! Отпустите меня! Я сказал, отпустите! Ком! Я, кажется, повредил спину, босс. Эй, ты!
Аккуратно, Пол. Это может быть опасно. Смотри, куда ставишь. А! Нил! 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 Все в порядке! Что это было? Лу, пойди узнай. Кто это? Просканируй его. Хочу увидеть вредителя. Он у нас. Его пиратские дни сочтены. Этот цвет идет тебе больше. Беги. Что ты делаешь? Ты его отпустил? Поймать этого ненужного художника не удастся. Я часть программы. Пока и удачи. Между прочим, ты такой бледный. Босс, смотрите, вон кости динозавра. Бери их и уматываем отсюда. Дядь, пап, пап, все в порядке? Бет, как ты? Трюк сработал. Трюк? Они ведь хотели кости. Я дал им кости из игрушек Бет. Сначала теория, потом практика. Они нас обманули. Они опять нас провели. Ну, успокойтесь, босс. Может быть, сделаем из них суп? Сикам, Ирчанченька, видишь, Ком, твоя смена цвета здесь ни при чем. Когда ты нас защищал, ты была обычного для тебя цвета. Он не влияет на твою смелость. Не переживай, Арц. Мы навестим Климта. А это будет безопасно? Нас прощаешь? Вы поступили плохо. Пиратствовать в интернете мы больше не будем. Обещаем. Вы не можете брать все, что вам попадется. Вы должны были подумать о людях, прежде чем воровать программу. Бет, хочешь поиграть? Я тут подумал... А? Что? Бет, это что? Твои рисунки мне машут?